А перед началом этого видео я хочу нас поздравить. Нас наконец-то внесли в список официального голосования. Теперь остается дело за малым. Вы должны, кто проголосовал один раз, перейти по ссылке в описании и проголосовать еще раз за крытый манеж Дюш номер 15, а затем попросить как можно больше родных и близких проголосовать. Мы будем вам очень благодарны. Вы можете даже пока поставить это видео на паузу, оно от вас никуда не денется, и спокойно проголосовать. Заранее спасибо. Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова. Вы так давно ждали и просили раскрыть личность Тоши, поэтому прямо сейчас я возьму у нее интервью по вашим вопросам. Пойдемте. Привет, Тоша. Всем привет. Моим подписчикам очень интересна твоя история, поэтому сегодня я задам тебе 10 вопросов, которые их интересуют. А у тебя что, подписчики есть? Перейдем к вопросам. Откуда ты и когда приехала к нам? Я из конного завода «Империя» Рязанской области. Потом я жила в КСК «Квитера». А уже в мае переехала в ДЮС номер 15 по конному спорту города Рыбинска. Сколько тебе лет? Ну, я считаю, что это неприличный вопрос. Я согласна с тобой. 6 лет. Как зовут твоих родителей? Мою маму зовут Гипола. Она ганноверская кобыла. А моему папу зовут Таранс, а мой дедушка Супер Момент. Клей Момент. Что? Ничего, продолжай. Вот, моего дедушку зовут Супер Момент, он чистокровный верховой. Именно благодаря папе и дедушке я такая стройная. Так вот в чем секрет стройной фигуры. Да, Хоббей? Ага. Расскажи про своего же ребенка. Я с тобой соглашусь. Ох, ее зовут Дагира, ее папу зовут Коба, он брат Эластика. И благодаря Кобе у нас на конюшне целое семейство Койотовичей. А мы идем дальше. Какой ты породы? По моему носу, думаю, видно. Ганноверской. Ты конкурная душа, легко ли тебе дается конкур? Поначалу мне было тяжело. Но сейчас все налаживается, и у меня уже начинает получаться. Сейчас все идет лучше и лучше. Твои первые впечатления после приезда на новую конюшню? Я была прямо в шоке. Я офигела, что так много лошадей, которые не собираются мне подчиняться. Но потом успокоилась и стала жить, как обычная лошадь. С кем ты больше дружишь из моих предыдущих лошадей? С ним я еще так тесно не общалась. В Леваде я гуляю с Радой и ее сыном Кешей. Ее я уважаю, поэтому мы гуляем без руганий и драк. Ты уже участвовала в соревнованиях? Да, 3 раза 70 сантиметров. Как тебе работается со мной? Поначалу у нас не все ладилось, но 3 месяца работы не прошли даром. Соглашусь с Тошей. Будем надеяться на успешное будущее. Вот и подошло к концу интервью с Тогой. Надеюсь, вы узнали ее поближе. А с вами была я, Ксения Кузнецова. Всем пока.